Заходите в сервис, да? Я давно не снимал. Давай!
Это как-то.
Давай!
Молчи! 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 Молч
Пошел, пусть ты сядь, там твои шоу крутой.
Вырезай сразу, вырезай. Я понял, вот
Играй! Давай!
Зарядник, да? Хорошо. Да, розетки, да.
Понятно. Можно в телефоне поставить? Я не знаю, он скорее не работает от аккумулятора. Но у меня этот есть. Че? Нет, у нас есть. Пауэрбанк у меня. Зарядка у нас есть, нам надо розетку. Не, у меня рабочая. Давай! Пауэрбанк. Давай, так можно попасть? Да. У меня вообще тут зарядка. 1-0 в пользу Димарса. Что ты сказал еще раз? Не, написать мемки хотел, что это там сколько одна? Там, по-моему! Там, по-моему... Там хватит. Ее включать надо, да? Все, давай вместе все держаться. Это что за шар? Это бат, это Спартак. А, в ответку? В ответку братьям, да? А? В ответку братьям. Отошли это в чат ротару фотку. А? Как и чертитку нету. Боже, храни Спартак. Храни. Ты проиграли, что ли? А? Проиграли? Я не знаю. Наверное, надеюсь. Это Димас. Давай, возьми!
Серый, давай, давай, Серый! Ну, с опозданием, еще 20 минут. Вообще, по-моему, в 20 минут, что ли, опоздание? Последним, блядь! Точнее, задержкой. Меня? Да, вот в цели. Ой, были. Не, вообще нет. Хотя, стоп, есть. Я же вспомнил. Может, заплат в состав есть. А там этот пишется. Много, Открой! Девятое место. У нас 33 очка, у Легиона и Ники по 27. Вон, таблица. Сбоку. Количество очков. Да, 27-27. У них вообще матч получается. Смотри. Что там? Нам-то и не проигрывает это же. А? Нам за проигрывает. Ну потому что если сейчас выиграет, допустим, Легион, у них станет 27. Ой, 30 станет. Но мы-то Легион-то шлепнули. На следующих выходных, а мы проиграем. У нас будет равное количество очков по 33. Ну, так мы же Легион-то шлепнули. На 6 очков разницы, но надо погнать много. Мы там же по очереди встретим в этой игре. Два раза что? А, нет. Мы по одному разу выиграли. Так что там будет разница в этот. Забито. Нам вообще желательно, чтобы они через. Ой, разница по победам же еще. Все, что ниже, получается, у нас по 33. У нас 15-33, по 27. Мы это только пропускаем.
если матч не получает. А они последний тур пропускают. А, они пропускают последний. Нет, последний тур. Они вот то есть, сейчас играют, нет, и значит, больше игр не выходят. Они все последний матч сезона. Нет, ну мы все равно в зону стыка-то не попадаем уже. Ну это да, но все равно. Вопрос же так вот вник. Так что, если честно, без разницы, как они сыграют. Хороший Лука! Пиздец, блин. Столько прыжется, блядь, чтобы стандартно. Thank you.
Да!
Фамилия? Я, блядь, не слышу. Султанов! Меня уволили, я сам уволился. Вот на камеру я не буду говорить. Я не знаю, зачем сюда пришел судить. Ну. Ну я, ну, про него. Опорник сошел сразу. Опорник пошел сразу. Блядь!